Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о дате выхода релиза iOS 13, 13.1 и как откатиться с бета-версии на релиз. Итак, все мы знаем, что есть две диагонали использования бета-версии. Это бета-версия для разработчиков и публичная бета для всех пользователей. Она не такая забагованная, как для разработчиков. Вот, и чтобы накатить релизную версию iOS, вам нужно будет зайти в настройки основные, и вот здесь у вас будут профили ниже. У меня их нету, я их уже удалил. Удаляете профили, перезагружаете устройство, заходите в обновление, и здесь вам будет уже здесь вам будет уже релизная версия iOS. Когда же она будет? А она будет доступна 19 сентября. У нас iOS 13, и 30 сентября у нас iOS 13.1. То есть 19 это у нас четверг, а 30 это у нас понедельник. Вот этих датах ожидайте, будет релизные версии iOS. То есть я уже удалился, я уже, если вылетит какая-то публичная бетка, точнее для разработчиков iOS 13.1, я уже вам ее не запишу. Я уже запишу с релизной. Покажу все новшества, как она работает, сравним скорость работы батареи, там стоит ли ее обновлять, либо не стоит. Ну, кто уже на бета-версиях, конечно, уже стоит, что ее здесь использовать. И я вас призываю, делайте резервные копии, чтобы потом было легче восстановить ваши данные без потерь и траты времени. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока.